чисто там, где не мусорят. Вот с этого я бы хотел начать, наверное, наш сегодняшний разговор. Потому что прекрасно мы понимаем, прошла зима. Мы в любом случае должны порядок навести в своем городе. И вот сегодня именно неравнодушные люди, которые откликнулись на наш призыв, а тем более это республиканский субботник, вышли в город для того, чтобы помочь коммунальным нашим службам навести порядок после зимы. Как настроение? Ой, настроение отличное. Ну а что сегодня делаете? Что убираете? Где убираете? Убираем территорию крепости. Надеюсь, что плодотворно. Хорошо все у нас получится. Хорошее настроение, отлично все. Вообще субботники нужны? Ну, я думаю, что нужны. Конечно, нужны для того, чтобы навести порядок в городе, для того, чтобы было приятно ходить и в городе смотреть наши места, такие исторически важные, не только для города, но я думаю, что для республики тоже. Сколько сегодня человек трудится, сколько техники задействовано? 5 единиц техники теплоэнергетического вызова на данном мероприятии и количество по людям 74 человека. Ну а что делаете, что конкретно убираете? Ну как бы закопленную территорию, которую отвели нам участок, мы полностью его проредили, прорезали весь сухостой, убрали. Те деревья, которые нам немножко мешали благоустройству. Мы убираем старую листву и вывозим все, что порезали. Чтобы, скажем так, территория выглядела вполне достойно, чтобы глаз радовало людей. Как настроение сегодня? Важно все-таки участвовать в субботниках? Настроение боевое, прекрасный настрой. В субботниках очень важно участвовать, потому что мы работаем на благо города, на его чистоту, потому что здесь живут и растут наши дети. Вообще настроение, конечно, прекрасное. Мы часто на субботнике, кстати, ходим вместе с детьми. Как настроение вообще сегодня? Настроение хорошее, на субботник настроены все по-боевому, потому что наш город должен быть чистым, красивым, а кто его будет убирать, как не мы. А сколько сегодня вот работников водоканала вышли убирать? 126 человек. А техники? 3 единицы погрузчиков и экскаваторов на базе МТЗ и 3 единицы самосвалов, 20 и 2 по 10 тонн. Как у вас настроение? Рабочее, праздничное. Праздничное. А расскажите, вот, что вы сегодня делаете здесь? Порядок наводим вокруг наших зданий, крепости. Собираем кирпич, убираем мусор. Очень важно, ну как это, ну если не убирать, так чисто там, где не сорят и где убирают вовремя. А почему именно это место для уборки? Нет, ну потому что ну, здесь город убирает дворники, как скажем, каждый день. Здесь такое место очень историческое. Сюда экскурсии ходят. Ну как-то, что будет грязно. Нет, нужно убирать. Люди вышли практически в полном составе. Наведем порядок, чтобы не было у нас стыдно нам ни за территории, ни за руководство, чтобы не было за нас стыдно. И отдадим свой долг. Наведение порядка. У нас сегодня во всех хорошее настроение. Все пришли с удовольствием. Убираем территорию мясожирового цеха. Вот, чтобы была чистота у нас. Мы чистим прибордюрку, подметаем и чистим зеленую зону. Собираем листья, ветки, вот это все грузим в трактор и возим. Я считаю, это очень, очень важный момент, потому что, во-первых, это объединяет всех рабочих, коллективы все. И потом, когда начинает расцветать листва, мы видим, что город наш красивый и процветающий. Настроение замечательное, погода сегодня радует. Ну, вообще, красота вокруг. Я хочу сегодня отметить, что большинство организаций, которые участвуют в этом субботнике, они отнеслись с пониманием. В первую очередь собрали инструмент, собрали механизмы тех людей, ответственность, которые занимаются и убирают, и чистят наш город. Уверен, что именно вот эта акция наша, которую мы сегодня проводим, именно в республиканский субботник, мы работаем не где-то на каких-то объектах социально значимых, а именно в городе, потому что
понимая об этом, что люди, которые участвуют в этом, они уже видят, что их труд, он будет замечен. И уверен, что и горожане наши отнесутся с пониманием в дальнейшем. Уже именно не будут мусорить, не будут, наверное, бросать те же бумажки, пустые пластиковые бутылки там, где они находятся, а найдут место и возможность где-то забрать пакет с собой, где-то выкинуть в мусорку. И тем самым мы наведем именно порядок в нашем городе. И прекрасно будет и горожанам, и тем людям, которые приезжают к нам.